Сейчас, ребята! О, давай, рубай, рубай его, давай! Гей, есть киребит, и меня зовут Валывиус, и сегодня мы поиграем за красноголового, красношарого воина-мечника, и будем, ребятки, сегодня мы зажигать. У нас есть вот такой хуя-ха-ха-ха-ха-ха, меч замечательный, и мы им непременно воспользуемся. Так, получай, слизнячок, опа. Так, две бесплатные жизни, но это надо брать. Так, две дополнительные жизни, это очень-очень даже замечательно, ребятушки. Так. Ну и знаете что? Ребята, это же божественный меч, нужно его одновременно забрать. Смотрите, какой он у нас теперь. На! Вы видели это? Вот. Это да, он очень крутой, нужно немедленно его собирать. Итак, меч теперь наш. Так, ну что же, ребят, это замечательно. И давайте закроем, зайдем сюда. Ага, спин нам еще рано крутить. Так, смотрите, ребята, по уровню. О, дальше еще тут босс будет. Так, наверное, нам нужно с вами непременно дойти до босса. Так, сворд. Вот он, ребята, смотрите, какой он классный. Вот этот простой, маленький, ну, такой обычный меч, не то чтобы он маленький был. А теперь у нас есть вот этот огромный. У него такие, знаете, нанолезвия. Не видите, из маленьких шестиугольничков, таких гексагончиков состоят. Думаю, это что? Что-то значит. А мы непременно двигаемся дальше, ребята. Так. Смотрите, тут нам дают два... Ну, нет, это нам не нужно. Мы и без этого сможем, я думаю, справиться. Так. Каких-то активных врагов я пока здесь и не замечаю. Все они какие-то пассивные. Мы их просто так бац, и все. И хоп, хопа. Так, а вот, кажись, и активный враг. Ну что же, что же. Так. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Он что-то пытался в нас скинуть, но у него что-то ничего не вышло. Ну ладно, замечательно, погнали дальше. Так, знаете-ка... А, ну стоп, нам нужно нажать, да, на кнопочку. Опаньки, и вывалился вот такой замечательный... Так, что тут этот... Блочочек, да? Так, хопа, хопа, ключ наш, все замечательно. Так, секретики чекаем, чекаем. Ну, ничего тут, конечно же, нету. Ну и хорошо, идем дальше. Так, ребятушки, так. Второй день подряд мы заходим, и это замечательно. Так, ну и что дальше у нас, ребята? Дальше у нас, ой, целая куча монеточек. Следующий уровень, 9-й. У нас тут есть арена, кстати, я так и не понял, как она работает. То есть мы должны на арене платить деньги. Ну, в общем, сейчас разберемся. Так, ребята, что же нас ожидает здесь? Так, скин? Что? Давайте возьмем его. Так, ребята, смотрите, теперь у нас туалетная бумага на голове. Так, ну что же, это замечательно, наверное, не знаю, ладно. Так, что это у нас сверху? Две дополнительные жизни. Так, паучок. Ну, жизни у нас много и так, ребята, я думаю, мы справимся и без них. Так, стоп. Опа, обратно. Буковка R, ребята. Так, забираем свой... Ух, тыха! Мы практически, ребята, практически собрали нужное нам слово. И это, я вам скажу, великолепно, потому что, ну, в общем-то, этот уровень мы уже точно прошли с вами. И все, вот сюда так прыг-скок, алле-лёп. Так, ну что же нам, нас тут ждет, ребята? Скин? Где тут он у нас? Скин с туалетной бумагой. Где он добавился? Вот, ну, в общем, он на 15-м, а сейчас мы его только попробовать могли. На самом деле, мне вот этот вот нравится, ребят, вот это стильный скин, я понимаю. Так, ну что же, ну, позже они нам станут доступны. Хорошо, ребята, давайте зайдем на арену, поглядим, что нас там вообще ожидает, что тут вообще нам делать нужно. Так, 15 дамага, у него 6, ну, давайте добавим нам, пускай у нас будет очень много дамага. Давайте вот столько вольем сюда, ребята. Давайте вот так вот вольем.
Давайте, битва, все. О, мы, по идее, его... Ой, с двух тычек мы, смотрите, его. Ха-ха. Смотрите, вот столько мы ложили. 10 тысяч? Не, ну это надо брать, конечно. Итак, дальше босс вот такой вот замечательный. Так, ну... А, ну я понял, то есть мы уровень 2 идем и так далее, а наш дамаг остается. Ну это замечательно. Так, ну тут посильнее был уже, конечно, парень. Так... Это вообще был так-то нормально силен. Так, ну вот следующего мы должны победить. Наверное, на грани. Нет, ну, не, нормально. Так, 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 давай, давай, давай. Есть, победили. И босс. А, все, 15 тысяч. Ну, мы вернули свои деньги, ребят, это замечательно. Итак, целую гору золота мы забрали, ребята. И тут уже 42, ну это дамага, да? Ну это, конечно, интересно, ребята, левел 3. Ну давайте, давайте, пускай, давайте, еще вложим сюда, давайте, те же деньги, допустим, те же, ну не те же, конечно, уже больше мы вложили, сколько мы, я пропустил, 20 тысяч получается, да, 20 тысяч. Ну, посмотрим, посмотрим. С этим мы разобрались. Так, так, так. Тут мы, ну, тоже выключили пацана этого. Это, ой, так, ну, уже с трудом, конечно. Так, 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 давай, давай, давай. Есть. Босс, ребята! О, давай, рубай, рубай его, давай! Есть, ребята, мы это сделали! И 10 тысяч нам выплатили. Ну, маловато, мы больше вложили. Ну, ладно, это как бы оно сохраняется, ребят. Так, ну что ж, замечательно, замечательно, ребята. Так, 37 тысяч осталось. Ну, не знаю, как-то уже страшно. Ахша, а если мы проиграем, допустим? Ну вот сейчас нам, наверное, явно не хватит здоровья, чтобы выиграть. Ну или может на грани даже, может даже и хватит, не знаю. По идее, мы сильнее намного, а все равно проходим на грани. Так, очередной босс. Ай, ай, давай, рубай, рубай его. Ух, ну все, вот теперь мы точно отбили свои деньги, ребята. Так, отличненько, отличненько. Ну, мне интересно, что дальше будет. Допустим, когда мы проиграем, вот что случится? У нас останется наш урон вот этот или нет? Ну, по деньгам мы явно уже в прибыли, в плюсе, в таком довольно-таки существенном. Поглядим, что из этого выйдет. Хотя, о, о, все, ну это уже явно сильнее нас. Да, все, мы проиграли. Зубатый демон какой огромный, кстати говоря. Так, ну не, даже, ну это... Да, ребята, смотрите, у нас остался наш дамаг, и сюда можно дальше вливать, получается, деньги и забирать их. Это замечательно, круто, классно, я очень рад этому. Так, 10-й, а что у нас тут, вот я не понимаю, вот эта вот штучка висит, как будто у нас что-то открыто. Но оно не открыто. Так, вот это все мы, получается, можем взять тут. Окей, окей, окей. Ну, ладно, погнали. Пока что таким вот... О, ребята, это же босс, слизняк. Ого, на тебе, на. Ой-ой, ай. Так, 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 иди сюда. Иди, иди, иди сюда, гадина. Так, опа. Но он пока просто, просто прыгучий. Мы его просто сейчас... Опа. Ай-яй-яй, больно, больно. Но это первый босс, ребят. Что-то он какой-то... Какой-то что-то он простой оказался. Ну ладно, чё? Передвигаемся дальше. Да уж, это было, ребята. Изи, изи, изи. Что ж, я даже не знаю, что сказать. Если вам понравилось видео, то как бы пишите лайки, ставьте комментарии, как говорится, да? Кстати, смотрите, какой ангелочек, прикольный скин. А, вот, Сакуру мы уже можем забрать. Вот, мы ее разблокировали. Ага, хорошо. О, ну, Сакура, потому что это, ну, видимо, отсылка к персонажу из аниме Наруто. Это Сакура, и, видимо, давайте ее и возьмем. Будем, ребята, нею ходить. Ну что ж, если вам понравилось, в общем-то, вы знаете, что делать. Адиос, амигос.